Просто его не стали включать, там нужно было как-то. Люблю. Очень люблю. Завтра у меня в планах очень музыкальный день, потому что, во-первых, я завтра иду на радио DFM, эфир будет с 10 до 11, поэтому просыпайтесь, подключайтесь и проводите утро со мной. А во-вторых, я завтра буду вести аккаунт Яндекс.Музыки и буду рассказывать там вообще, что я буду делать завтра и, в принципе, о своих всех последних новостях. Поэтому не теряйте меня.